Армия молодых педагогов Ленинского района с каждым годом пополняется новобранцами. Традиционно в учебное заведение района приходит около 80 учителей. В большинстве своем представительницы прекрасного пола. Кто-то пришел строго по распределению, но за 2 месяца учебного года просто прикипел сердцем к детям. Кто-то мечтал с детства быть учителем и готовился стать для учеников другом и товарищем. Теперь все они – члены дружной семьи под названием «Педагогический коллектив». Я с детства мечтала быть учителем. Правда, сначала думала, что буду учителем математики, как моя мама. Вот. Но вскоре интересы поменялись, английский язык стал на первом месте. Вот. И теперь я учитель английского и немецкого, могу языка быть также учителем. В систему образования Ленинского района в этом году пришло 82 молодых специалиста. С каждым из молодых специалистов, пришедших отдел образования в учреждение образования в нашу систему, было предварительно проведено собеседование индивидуальное. Поэтому я сегодня с полной уверенностью могу сказать, что это люди креативные, что это люди перспективные и что это люди творческие. Молодые педагоги на этапе профессионального становления нуждаются в особой поддержке. Жилищные вопросы, премии и льготы, конечно же, являются дополнительным бонусом и хорошим подспорьем для этой категории учителей. В Ленинском районе делается все, чтобы каждый молодой наставник не пожалел, что выбрал именно эту профессию. Сегодня работаем по возможным инструментам, рычагам, с помощью которых возможно решить проблему материально. Ну а то, что касается морального, скажем так, мы их никогда не забываем, всегда открыты, в первую очередь, и администрация нашего Ленинского района. По всем проблемным вопросам, которые возникают, мы стараемся идти навстречу и в силу, скажем так, своих возможностей и в силу законодательного возможности решения вопроса всегда идем навстречу. Я думаю, очень важно внимание со стороны государства, потому что молодые специалисты нуждаются в поддержке. К молодому специалисту, да, идут доплаты различные. Подобные встречи – хороший повод задать интересующие вопросы непосредственному руководству, услышать полезную для себя информацию, а также возможность обратить внимание на трудности, с которыми сталкиваются в начале своего профессионального пути молодые педагоги. Кроме того, в рамках встречи для учителей был организован концерт с участием юных звездочек 3-й гимназии.